Ну что, привет. Попытаюсь сейчас сделать домашки. Вот. И файл выскочил. Вот. И первая домашка, которую я пропустил, которую я хочу сейчас сделать, это создать новый проект. Поехали. Create new project. Вот, конечно же, phone и tablet. Вот. Я хочу называть его Android Academy. И что моя клавиатура подлагивает? Android Academy. Ладно, перейдем на другую, на запасную. Android Academy и назовем ее, конечно, просто com Android Academy. Я думаю, это отлично. И давайте с минус ДК, я думаю, 23, это стандарт. Вот. Поехали. Вот тут Android у меня сейчас немножко пошуршит. У меня создалась Main Activity. Очень любит Android. Сейчас посмотрим сначала на проект. Значит, он еще подтягивается к Gradle. Вот, он, конечно же, создал мне кучу тестов, которые я не буду использовать. Я удаляю сейчас этот. Я удаляю тест. Интересно, что он создал несколько битигноров. Окей, конечно, интересно. Так, значит, он откуда-то что-то вытащил, идеи, workspace, и, в общем, какой-то стандартный bitignore мне предлагает. Хорошо, вот как бы и все подтянулось, и можно даже попробовать его запустить. Вот, единственное, что я хочу его запускать на девайсе. Давайте просто тогда билдаем и ребилдаем. Вот, и посмотрим, что он нам тут предлагает. Он нам предлагает использовать альфа-плагин, который мы, конечно же, вряд ли хотим использовать. Но мы будем использовать просто N1. Так. Тут все стандартно. Что у нас здесь? G-Unit с плюсиком. Это, конечно, плохо. Но, в принципе, раз у нас нет теста, мы это удалим. Вот, все остальное, в принципе, опять стандартно. Мы используем версию 1.8 языка. Как бы все, вроде бы. Вот я еще люблю эту Lisp библиотеку. Директория, она никогда не используется. Но почему-то всегда там. Так, посмотрим, что у нас в Android манифесте. Стандарт manifest. Предлагается конга. Мы поддерживаем RTL. У нас одна activity, хорошо. Давайте посмотрим на layout нашей activity. Вот, у нас тут hello world, constraint layout, и в нем за этот text view. Ну, вроде легитимно. Так, последнее, что мне нужно сделать. Вот он мне прямо плагин. Мы его, конечно, потом обновим. Вот, последнее, что мне нужно сделать, я хочу, конечно же, это сделать import version control и скачу его, в принципе, shell github. Вот. И репозиторий name будет Android Academia. Прикольно. Remote будет origin. Вот. Person grid. Bad request. Конечно, он не может его создать. Ладно, давайте тогда пока сделаем. Похоже, что у нас давайте посмотрим на терминал. Значит, интересно. Git статус. Что он скажет? Git. Ну, это git репозиторий. Ну хорошо, давайте создаем git репозиторий. Import create git репозиторий. Хорошо. Он говорит, да, Android Academy.
Вот он нам все затянул. Все файлики у нас красненькие. Хорошо, проверим еще раз git status. Он говорит, что у нас... Давайте я перенесу сюда. Он говорит, что на мастере ничего нет, нет коммитов. Но, в принципе, git уже есть. Значит, поехали мы просто все додаем, все добавим. Вот. Да, все правильно. Git status. Все правильно. Все файлики наши залетели. Вот. Git commit. Минус message. Commit. Не буду оригинальным. Назовем его так. Все. Git status. У нас два файла untracked. Вот. Странно, что они у нас untracked. Потому что в gitignore, в принципе, говорится, что... получается, в идее файла у нас, в принципе, ничего нет. Ладно, разберемся с этим чуть позже. Как бы, в принципе, все. Git. Share project on GitHub. Вот. Bad credentials. Ну хорошо. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Как же тебе поправить bad credentials? Ладно, придется делать все по-другому. Идем на GitHub. Вот. Создаем новую историю. Называем Android. Так, все это нам ничего не нужно. Вот, я хочу к нему стучаться по SSH. Значит, вот он мне предлагает. А он даже вот видишь, пишет, что мне предлагает все сделать. Просто скопировать вот эту вещь. Хорошо. Вот. Минус V. Да, он появился. Вот, у нас есть, к сожалению, не main, а master. Вот. И можно просто пушнуть его. GitHub мастер. Ну что, по идее, он должен появиться. Давайте его рефрешнем. Бам! Вот у нас появился наш проектик. Мастер. Вот, и если мы сейчас попытаемся типа LibreBase, не спрашивай после этого. Никаких изменений нету. Ну все, на этом все. Первая домашка сделана.